Всем привет, это Инвиз. Сегодня мы продолжаем игру Repair This. Сегодня у нас третий день, 905 клевер коинов на счету. Продолжаем. В прошлый раз нас завербовали в госорганы. Мы должны будем определять каких-то странных личностей и докладывать об этом агенту, который будет приходить к нам. Так, привет, я Лариса, буду помогать тебе в работе. Так, здесь у нас Белла уже готова, ноутбук. Прямо в будущей неделе замечаний нет. А, интересно, значок у нас, звездочка у нас общих, одна штука. Так, это, наверное, курьер. Привет, Мишаня. Ты слышал, сегодня налоговая проверка по городу проходит. Будь аккуратен, соблюдай закон. Вот доставка, кстати. Мишаня нужно было. Так, готов, кстати. А я здесь доступ хотел, нет. Длинный йога-шоп, Рави, спортзал, Славик, сообщение, доставка кексов. А, я это читал уже. Фотографии. Кексы любят. Так, какой брутальный тип, наверное, байкер. Привет, пацан. Мне понадобится твоя помощь. Телефон стал меня подводить. Ты выключаешься, ты сам звонит, куда им захочется. Глянем глазком, что там не так. Только давай недорого, а то я совсем на мели. Ну давай, недорого. Так, цена 180. Да, давайте, 280. Да, ну окей. 3 часа. Заказ принят. Так, пойдем смотреть. Цена и плата. Платы нету. Пойдем заказывать. Так, цена и плата. Цена и плата. Заказать. За час. Заказать. Так, что было бы? Спасибо за ожидание. Еще не смогла до вас добежать. Очень далеко. Зато точно испечили. Так, конечно. Чек. Супер, все супер. Кондитерка попала в суд. Подала в суд на производителя обручальных колец за кражу дизайна. Тетя большие висите. Ой, привет. Или нашла сервис. Так. Видать, богатенькая. Я такая растяпа. Мне срочно нужна ваша помощь. Красила губы, забыла, что телефон в руке. Запуталась в пальцах. И бац, моя бобилка уже на полу. Цена не имеет значения. Главное, чтобы быстро. Цена не имеет значения. Так, наличие 1. За 3 часа, я думаю, посмотрю. Да, иди. Да, хорошо. Что? Что-то, кто-то. Вспоминаю, знаете ли вы, раньше здесь был тихий цветочный магазинчик, а прекрасно Маргарита пахла каждый день. Времена меняются, не успеешь. Мастер, я же к вам по делу. Мой телефон сломался, кажется. Средняя ценовая категория. Динамик. На тебе. 24 часа я тебе сделаю. Ну иди, хорошо, не вопрос. О, товарищ, привет, доставку заказывайте, здесь распишитесь подписать. Так, давай сделаем ремонт. Так, Джессика, Билли Рэй, ноготочки, не брать. Лысый хрен, дурачок. Финя Шольц. Эту поездку, приходи у нас автопати, нужно избавиться от всего золота, но тебе принесет несчастье. Не приходи, пожалуйста, в этот раз, ты опять испортишь все веселье. Фотографии. Так, понятно. Ничего не умеет, отлично, блин. Рейтинг у нас крутой. Так, Харитон. Михаил Ярослав, Артем Леонид, Хелена. Сообщение, Марат. Напоминаем еще важном платеже, проверяю свой счет банка. Ты когда придешь? Так, фотографии. Тетка в шоколадке. Зайцы, котики. Как всегда. Фитон.
Ну, воздух на 5 звезд, отлично. О, это что за чудо? Алёша Шаталкин. Ну привет, смотри, хлебушек совсем не жарится. Чинит другом, ну пожалуйста. Тебе что ли сложно? Ты знаешь, поблизости мы тостерную. Понятно. Так, тетя, вам пенсию что ли? Внуки звонят, а я не слышу. Сосед говорит, сходи в сервис, сломался небось. Не могла, я не делал ничего такого. Ты провери, скажи мне, милок. Ну, бабулька. Так, неисправность, динамик. 160, 3 часа. Ох, милок, вернусь как смогу. Ну, окей. Пойдемте заказывать. Так, кстати. Попопом. Динамик. Может, мне нужно по несколько запчастей заказывать. Так, я увидел, что у меня сообщение не прочитано. Арендодатель. Добрый день, напоминаю, что сегодня день оплаты аренды. Для подготовки к моему приходу 750 клеверкоинов. 750 у меня будет. Так, а я справлюсь. Телефон в порядке. А, да. Телефон в порядке. Спасибки, спасибки. Так, что, чувачок? Ты, надеюсь, мне... Так, баба Зина. Давай посмотрим. Любимая доченька Галя. Тинькофф Банк. Юрка сосед, Митенька. Сообщение. Привет, бабуля, я соскучился, скоро приеду к тебе. Болтофон. Спасибо, что пользуюсь нашими услугами. Пожалуйста, оцените качество связи от 1 до 7. Любимая дочка. Мам, я тебя слышу, а ты меня нет. Пусть твой сосед присмотрит настройки звука в телефоне. Динго, поздравляем. С выигрышем перейдите по ссылке, чтобы получить приз. Тинькофф Банк. Вам одобрен кредит по специально сниженной ставке. Подробности в офисах Тинькофф Банк. Так, играет. Тоже играет. Азартная бабуля, короче. Так, и внучок. Так, чувак какой-то золотой цепочкой с фиксой. Привет, как бизнес растет? Если у тебя проблемы с деньгами, можешь функционировать в нашем банке. Тинькофф Банк онлайн, проценты минимальные, главное плати вовремя. Удачи, до свидания. У нас пока все зачепись. Так, это наш господин Ли Нихао. Отправил тебе письмо с утра. Стало время оплатить по счетам. Сегодня у тебя 750. Кстати, я думаю, продать это помещение. У меня уже нашелся покупатель. Даю тебе 3 недели, потом съезжай. На тебе платить. Так, юноша, благодарю за работу. Починили вы? Конечно, починю. Бабуля. Так, нам нужно открыть. Привет, работяга. Аркадий Автостоп. Не знаешь меня? Это же я, отважный путешественник и автор книги «Аркадий Автостопов». В очередной раз залезая в грузовик, как прищемил дверь в свой телефон, я пришел в правильное место. Ты пришел в правильное место. Если тебя все знают, у тебя, значит, есть баблишка. Я тебя за 1 час починю. Иди в другой сервис. Я, конечно, потерял место самое. Худший сервис управляется, а? Хорошо, спасибо. Что-то бабуленька мне. Блондинка. Что же делаешь? Телефон стал меня подводить. Друг обратился сюда, и раз все готово. Это на золотые руки. Ну, конечно. Неплохо, но дороговато. Я рассчитывал, что останутся деньги на коробку кексов, а хватило только наполовину. Еще здесь замечаний нет. План был не очень ненадежный, мастер. Это место праведное. Да-да-да. Надо кондишку установить. Так, руководство, бокс, сейф, склад запчастей. Я вижу, что мы закрываемся, наверное, скоро. Ноутбук, лавка запчастей. Давайте что-нибудь закажем. Так, а что у меня есть-то?
Скла дисплей, только нет у S модели и камеры. Камеры закажем на все. Хорошо. Лавка запчастей заказать. Завтра. Заказать. Завтра. Ну, я думаю, пока хватит. Закроем. Спасибо, что смотрели со мной, как я гоняю эту игруху. Правда, не гоняю, а так сижу, расслабляюсь. Спасибо, что расслабляюсь вместе со мной. До следующей встречи. А, вас скоро выгонят на улице, а ведь вы только привык к этому месту. Все идет наперекосяк. Куда дальше двигаться? Открыть бизнес в другом месте, копить денег и выехать в теплую страну. Продолжим же, наверное, да? Вы мечтаете стать большим начальником, подчиненные вас боятся и уважают. Осталось накопить денег, чтобы осуществить свои планы. Вы не сдаетесь просто так. Прогресс был решено записывать в календарь. Далее. Так. Получено там предприятие. Бил. Может, мне реально нужно было в дизайн пойти. Зеленый, фиолетовый, желтый. Сделаем фиолетовый.